Играйте в улучшенное издание оригинальной игры, выпущенное в 1997 году для Nintendo 64. Прошло несколько лет с тех пор, как вы остановили вторжение демонов на Землю. Научный комплекс ОАК на Марсе был опечатан на карантин, и про него забыли до сегодняшнего дня. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. И на этой неделе на раздаче Doom 64. Тот самый олдскульный Doom, который теребит ваши сердца. Кому за 35. Я помню еще маленький, мне было лет 12, наверное. И это был 2003 год, наверное. Тогда я первый раз увидел вот этот Doom. У кента на Pentium 2 вроде бы. Так назывались Intel раньше. Pentium был Athlon, это сейчас AMD, который Athlon и Pentium. Был еще Celeron. Я помню, это бюджетный офисный компьютер, но в 2003 году космические цены просто на эту аппаратуру то называли новоукраинцы, новые русские их. У кого были именно компьютеры, там PlayStation 1, компьютеры, вот это вообще было круто. У меня на то время было вот это. По дворовому футболу, под потом. Я ни о чем не жалею, потому что это было самое лучшее время. Ладно, что-то я заностальгировал очень сильно. Заберите Doom 64, поиграйте. Тут те же самые 2D враги. Нужно искать красные, синие ключи, разные головоломки, лабиринты, лайтово и очень олдскульно. Thank you.
Thank you.
Yeah.